Здравствуйте, меня зовут Людмила, я консультант отдела продаж Mercedes-Benz Soli Plus. И сегодня я с огромным удовольствием познакомлю вас с новым рестайлинговым автомобилем Mercedes-Benz C-Class. Нет предела совершенству, и производители Mercedes-Benz доказали это в рестайлинговом автомобиле C-Class. Машина получила новую решетку радиатора с двумя хромированными ламелями, визуально напоминающими S-класс. Также опционально доступны два вида светодиодных фар – High Performance и Multi Beam. Перед вами абсолютно новый цвет серебристой Mojave. Также будет доступен изумрудный зеленый. Сделать автомобиль ярким, спортивным и оригинальным позволит огромный выбор легкославных дисков. В салоне комфортное сиденье, в новой обивке серая магма и возможности регулировки для более высоких людей. К заказу доступны различные варианты обивки и декоративные элементы. В качестве альтернативы между стальной подвеской и опционально доступной пневмоподвеской Air Body Control в рестайлинговом автомобиле Mercedes-Benz C-Class доступна подвеска Dynamic Body Control. Как и ожидалось от Mercedes-Benz, даже базовая модель получила хороший перечень оснащения. Двухзонный климат-контроль, зеркала с электроприводом, 7-дюймовый дисплей высокого разрешения. В данном автомобиле опционально установлен сенсорный кокпит для управления дисплеем 12,3 дюйма, улучшенная акустическая система, многофункциональное рулевое колесо с тачпадами на широких спицах, а также информационный дисплей для водителя. Этот автомобиль оснащен новым дизельным двигателем объемом 2 литра мощностью 194 лошадиные силы, который работает в паре с 9-ступенчатой коробкой автомат 9G-Tronic, способный разгонять автомобиль до 100 км в час за 6,3 секунды. При этом он очень экономичен. Средний расход в смешанном цикле составляет 5,5 литров на 100 км. Обновленный Mercedes-Benz C-класс оснащен всеми системами активной и пассивной безопасности, системой экстренного торможения, а также в качестве опции системой облегчения паркования и круговым обзором. Для более детальной информации обращайтесь в наш автосалон Mercedes-Benz Soli Plus по адресу город Харьков, Академика Павлова, 323. До новых встреч!